Астрологический прогноз на 23 июня 2024 года. Это воскресенье. Луна находится в знаке Козерог и действует рекомендации 17-х лунных суток. Довольно жесткие энергии этого дня вызывают в людях излишнюю агрессию и чрезмерное стремление к рискованным действиям. А хорошо направить энергию в мирные цели. Благоприятно работать на земле, работать с огнем и ядохимикатами. Благоприятно обрезать деревья. Знаки огня. Овен, лев, стрелец. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение денег или выгодного рабочего предложения. Возможно, также выгодные покупки и удачи среди родственников. В этот день благоприятно действовать по плану. Хорошее время для косметических и оздоровительных мероприятий. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для праздника и любви. Благоприятно заниматься делами детей. Хорошо посещать общественные мероприятия в компании приятных людей. Хорошо заниматься творчеством. Благоприятно наряжаться и приобретать украшения и наряды. Ожидайте удач в родне и в доме. Знаки воздуха. Близнецы, весы, водолей. День хорош для решения хозяйственных вопросов. Хорошо наводить порядок и участвовать в семейных событиях. Благоприятно участвовать в духовных церемониях. В это время могут складываться очень благоприятные обстоятельства финансового характера. Принимайте подарки судьбы. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для всего нового, модного, интересного. Хорошо общаться и участвовать в коллективных мероприятиях. Люди вокруг вас будут к вам благосклонны. Хорошо заключать союзы и договариваться о совместной деятельности. Благоприятное время для покупок. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.